Даны площади 300 квадратных сантиметров, 2,4 дециметра квадратного и 0,02 метра квадратного. И вот мы должны выяснить, какая площадь из них самая маленькая, какая самая большая, и в порядке возрастания это все записать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать, что такое санти, что такое деци. Все. Других вариантов, как говорится, нет. Санти – это 1/100, а деци – это 1/10. Это необходимо знать. Ну, а раз мы это знаем, значит, можем ответить на этот вопрос. Причем на этот вопрос можно отвечать, ну, вот как угодно. Вот абсолютно. Вот давайте с вами посмотрим. Дециметр. А мы знаем, что в одном дециметре, да, находится 10 сантиметриков. В одном дециметре есть 10 сантиметров. А здесь у нас дециметр квадратный. Это дециметр. Я должен возвести в квадрат. Если я левую часть возвел в квадрат, значит и правую нужно возвести в квадрат. Вот. 10 сантиметров в квадрате. Здесь у нас получается 1 дециметр квадратный. А здесь 100 квадратных сантиметров. Поэтому 2,4 квадратных дециметра. Да? Сколько это сантиметров будет? 240. 2,4. А вот видите, тут дециметр квадратный. Это 1 дециметр квадратный. Что то же самое и 100 квадратных сантиметров. То есть получается 240 квадратных сантиметров. Все. Значит, пишу здесь 240 сантиметров квадратных. Теперь дальше про метр квадратный поговорим. В одном метре есть 100 сантиметров. Значит, 1 метр квадратный и 100 сантиметров квадратных. Можно получить так вот, да? Возвел левую часть квадрата и правую часть квадрата. И вижу, что в одном квадратном метре 10 тысяч квадратных сантиметров. А если я сейчас 0,02 квадратных метра хочу перевести в сантиметры, значит, что я должен сделать? Вместо квадратного метра написать 10 тысяч. То есть получается 0,02 умножить на 10 тысяч квадратных сантиметров. И получается 200 сантиметров квадратных. Значит, здесь получилось 200 сантиметров квадратных. Ну и теперь в порядке возрастания. В порядке возрастания это у нас получается следующее. Это самое маленькое. Оно будет меньше, чем 240 и меньше, чем S1. Можно записать так, в порядке возрастания, да? Ну, так вот. Можно так записать 200 сантиметров квадратных. Потом у нас будет 240 сантиметров квадратных. Потом у нас будет 300 сантиметров квадратных. А еще можно записать так 0,02 метра квадратных, потом 2,4 дециметра квадратных и только потом 300 квадратных сантиметров. Вот так можно записать, можно так записать, можно так записать. И все эти ответы будут правильные. Можно эту задачку решить по-другому. Давайте посмотрим, как. Опять-таки, вспоминаем, что такое деци. Деци, 1 дециметр, это 1/10 метра. А 1 сантиметр, это 1/100 метра. Так вот, мы сейчас все переведем в квадратные метры. Ну, почему бы нам этого и не сделать? Вот смотрите, 300
я так и оставил. А вот здесь написано сантиметр квадратный. Что такое сантиметр? Это 1/100 метра. То есть сантиметр квадратный – это сантиметр умножить на сантиметр. Ну, то, что я сейчас и сделаю, это 1/100 метра. Это 1 сантиметр умножить на 1/100 метра. Вот. Значит, получается 300. Нужно поделить 100 на 100, это 10 тысяч. 2 нуля сократил, 2 нуля сократил и получил 0,03 квадратных метра. Перевел. Давайте теперь поговорим про 2,4 дециметра. Что такое 1 дециметр квадратный? Это 1/10 метра, потому что деци – это 1/10, умножить на 1/10 метра. Вот так вот. Ну, то есть в квадрате. Да, и получается, что 1/100 квадратного метра. Поэтому 2,4 дециметра квадратных я должен что сделать? Вот так вот написать, правильно? Что же тогда у нас получается? Получается 0,024 квадратных метра. Итак, что у нас получается? Получается, если мы все это переводим в квадратные метры. 300 квадратных сантиметров – это 0,03 квадратных метра. 2,4 – это 0,024 квадратных метра. И здесь у нас будет 0,02 квадратных метра. Ну и что у нас получается? 0,02, а тут 0,024. Значит, 0,02 меньше, чем 0,024. Поэтому, опять-таки, можем записать, что S3 – это меньше, чем S2 и меньше, чем S1. И 0,02 метра – это будет самое маленькое. Потом пойдет 2,4 дециметра квадратных. Я пишу D. Ну, вот английскую, да, дециметр квадратный. А потом пойдет 0,300 квадратных сантиметров в порядке возрастания. Самое маленькое, среднее и самое большое среди вот этих вот чисел. Вот все, что мне хотелось бы вам рассказать. Можно еще и к дециметрам прицепиться. Все перевести в квадратные дециметры. Но я думаю, что уже этого делать не нужно. Все. Физика – это просто канал, на котором любые задачи становятся понятными, простыми и доступными. И если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всем доброго. До свидания. До новых встреч.